Прогноз погоды на 7 декабря. В 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах была 49-45 градусов ниже 0, в Заречье 46-43 градуса ниже 0, и в южных улусах минус 42, минус 36 градусов. В Вилюйской группе улусов минус 47, минус 42 градуса, в Нижнеленске минус 44, в западных улусах 46-39 градусов со знаком минус, в Колымы-Индигирской группе улусов минус 48, минус 27, в Янске минус 45, минус 40, на северо-западе минус 44, минус 36. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была минус 42 градуса, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер слабый. Днем ожидается минус 38, минус 40 градусов. Утром слабый снег и туман.